25 сентября 1942 года. Спартановка. Задача на сегодняшний день – сломить сопротивление русских и захватить церковь. По данным нашей разведки, церковь хорошо защищена, и русские ее так просто не сдадут. Все зависит от вашего мастерства владения оружием. Удачи, бойцы! Итак, бойцы, нужно пробиваться в центр Сталинграда. Русские будут стоять насмерть, но их сопротивление бессмысленно. Ваша задача – захватить храм. Удачи, солдаты! Пятнадцатое сентября 1942 года. Центральный вокзал Сталинграда. Нам поставлена задача захватить железнодорожный вокзал Сталинграда. Для этого необходимо уничтожить всех русских, державших оборону вокзала. Выполнять. Thank you.
7 октября 1942 года к западу от тракторного завода. Внимание, солдаты! Русские вновь пытаются остановить наше наступление. Нельзя допустить этого. Если они нас оттеснят на открытое пространство, мы пропали. Мы выстоим и победим, как побеждали всегда. Декабря 1942 года. Завод Ленинграда. Солдаты! Мы должны остановить русских! Они вновь пытаются прорвать нашу блокаду! Ни в коем случае нельзя допустить этого! У вас есть знания и дисциплина! Применяйте их!